5-е место на чемпионате России и олимпийские мечты приходится перенести на 4 года. Ну, собственно говоря, также об Олимпиаде 2026 мечтают и вот эти спортсмены. Ясмина Кадырова и Иван Бальченко – это первые участники нашего торжественного вечера, которые тренируются у Тамары Николаевны Москвиной. С ребятами Тамара Николаевна работает вместе с Артуром Минчуком. Ясмина Кадырова и Иван Бальченко. В школе Тамары Москвиной они тренируются первый сезон, а до этого работали в Перми. Кстати, по этому же маршруту Пермь-Санкт-Петербург в прошлые годы проехали многие знаменитые чемпионы. В Перми классная школа парного фигурного катания. Объясняется, кстати, отчасти это тем, что в Перми очень хорошая балетная школа за счет того, что во время Великой Отечественной войны в этот уральский город были эвакуированы Кировский театр Мариинский и хореографическое училище, которое мы сегодня знаем под именем Агриппины Вагановой. Из пермской школы, кстати, Татьяна Татьмянина и тот же самый Максим Траньков. Ну а на ваш